Ну что, сегодня у меня на обзоре безалкогольное пиво Ван Пур. Как я выяснил, это польская торговая марка, то есть пиво, скорее всего, тоже польское. Ван Пур Бревери, пивоварня. Я, если честно, польского пива пил немного. По-моему, у меня был только один обзор на пиво карпатское, по-моему, польское. Больше я ничего польского не пил, поэтому информации о польском пиве у меня тоже немного. Да и то, что я пил, мне как бы не особо зашло. Что выпускает Ванпур, понятия не имею, но, может быть, безалкогольное пиво у них лучше, чем то карпатское было, которое я пил, алкогольное. Вот. Ну, в любом случае, что делать, надо будет пробовать. И это пиво тоже. Начнем. Будем пробовать. Ну, в принципе, стандартная безалкоголка, какой, в принципе, достаточно много. Хоть у нас в Украине, хоть и в Европе. Тоже чешская, допустим, безалкоголка, она вот такого же плана. То есть, вкус похожие на пиво, немножко сладковатый, немножко пресноватый, то есть ничего такого цепляющего нет. Не скажу, что это плохо, может даже, я бы сказал, что лучше, допустим, нашей Оболони, как обычно. Тут сравнение вообще простое, потому что быть лучше Оболони это легко и просто. Нет никаких действительно сладких нот, как, допустим, у того же Хайка, который сделан там реально как лимонад. Просто ну, вполне приличная безалкоголка, скажем так. То есть рекомендовать людям, которые пьют алкоголку, я не стану. Но если вы по каким-то причинам, как я, например, сейчас, пьете безалкогольное пиво, Ванпур можете вполне взять, оно вполне ну, такой, имеет довольно стандартный вкус для безалкоголки. Так что можете мать на увазе, как говорится. Берите, пробуйте. Ну что ж, ну я буду его пить, куда я денусь. Кроется гибель где? В пиве никто не тонет, тонут всегда в ванне.